Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 20 февраля, пятница. Овнов, новые возможности поджидают прямо на рабочем месте. Ваше влияние на людей противоречиво. Одних вы раздражаете, зато других неудержимо притягиваете. Покупки, совершенные в этот день, обещают порадовать и вас, и ваших близких. Тельцов, успех ждет вдали от дома. Подходящее время для командировок и поездок. Также этот день подходит для учебы, писательской и издательской деятельности. Возможны спорные вопросы между членами домашнего коллектива. Близнецы готовы потратить некоторую сумму денег на удовольствия, не все из которых полезны для здоровья. Перемены в личной жизни друзей отразятся на ваших планах. Похоже, вам придется принимать активное участие в деле, которое начинали без вас. Раков, от выполнения обязанностей может отвлечь интересная книга или журнал, компьютерная игрушка. Наверстывать упущенное не будет никакого желания. В семейной жизни некоторые сложности возникнут из-за вашего упрямства. Львы в этот период способны достичь всего, к чему стремятся. Только личные страхи могут помешать осуществить задуманное. Сложное время для творчества, однако записанные в этот день мысли могут пригодиться в дальнейшем. Девам не мешало бы дать телу серьезную физическую нагрузку. Во всех взаимодействиях этого дня постарайтесь сохранять спокойствие, внутренний комфорт. Будьте особо внимательны, общаясь с представителями огненной стихии. Весам следует обратить внимание на передачу информации. Могут возникнуть сильные искажения, не зависящие от вашей воли. Откровенный разговор позволит взглянуть на семейную ситуацию под другим углом. Скорпионы, растет ваш авторитет среди партнеров по бизнесу. Ваши предложения могут найти живой отклик у начальства. Шанс решения каких-либо проблем необычайно велик, но новых дел лучше пока не начинать. Стрельцам стоит активнее общаться со своими партнерами. Обсуждайте как можно больше совместных дел. Если вы не выработаете общего направления, результаты вашего труда снизятся. Козероги будут притягивать людей с похожими достоинствами и пристрастиями. Учтите, в этот день особенно важно беречь пространство от разрушительных вибраций. Следующие дни – благоприятное время для поездок за город. Водолеям следует соблюдать умеренность в приеме лекарств и тонизирующих средств. Случайно полученная информация станет для вас полной неожиданностью, но на ее основе придется что-то решать. Рыбам опыт прошлых лет поможет быстро достичь задуманного. Окружающие будут с удовольствием идти вам навстречу, не стесняйтесь просить их о помощи. Ждет доход от дополнительной работы и личного творчества. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи с глаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.